Вспомните себя в детстве. Ведь вы именно об этом и мечтали. Вы мечтали о том счастье, которое сейчас сидит у вас на плече. Клин – это единственный город Подмосковья, который российский Дед Мороз посещает в канун новогодних праздников. И мы очень этому рады. И, конечно, клинчане гордятся таким уникальным событием. В 2010 году делегация 12 месяцев посольства Клинское поехала на день рождения к Деду Морозу в Великий Устюг на его вотчину. И пригласили Деда Мороза с ответным визитом к нам в город на карнавал. Дед Мороз был очарован и, конечно, согласился. И вот в 2010 году состоялся первый клинский предновогодний карнавал. Царевны и царевичи. Каждый год мы задаем новую тему, новые яркие костюмы, новые эмоции. Каждый год, конечно, новая программа для Деда Мороза. Когда видишь детские глаза, восхищающиеся Дедом Морозом, эти глаза верят в чудеса, верят в доброго сказочного героя. И это тоже, конечно, добрые эмоции возникают у нас. Миссия Клинского карнавала, на мой взгляд, объединяющая в первую очередь. Здесь принимают участие все – дети, педагоги, родители. Мы видели в этом году очень много взрослых. Тогда, когда мы все вместе. Поэтому вот такой результат, который сегодня видели клинчане.